Так, всех приветствую. Садитесь плотней. Если надо, стулья доставим, если вдруг еще кто-то опаздывает. Собственно, сегодня у нас, я даже не знаю, как это уже называть, что-то вроде второго перезапуска лектория. Вот мы пытались летом проводить мероприятие, потом снова не стало ни всем не до мероприятий, теперь мы еще раз пытаемся возобновить. Так что я рад, что наша аудитория, тем не менее, сохраняется. Сегодня мы постараемся поговорить уже про тему, которую частично затрагивали в одном из предыдущих летних мероприятий, но там больше было про робототехнику и все такое. Сегодня мы поговорим именно про то, как создают экзоскелеты, и расскажет нам, собственно, про этот человек, который этим занимается уже много лет. Ну, про это чуть дальше. Перед тем, как мы начнем наше мероприятие, я хочу показать пару видеороликов от наших партнеров. Первый наш партнер с логотипчиком уже в углу вы, может быть, заметили. А второй партнер — это наша площадка. И в первом и втором видео, собственно, они про друг друга все расскажут. Так что давайте с этого начнем. Представляем сервис видеоконференции «ВК-звонки». Ваша встреча может длиться с утра до самого вечера. Количество участников безлимитно. Немного тихо, но да ладно. Скроет лишние звуки. ВК-звонки бесплатные, доступны без регистрации ВКонтакте. ВК-звонки – место встречи с командой, с учениками, с клиентами. В марте 2021 года по решению мэра Москвы был создан Московский центр инновационных технологий здравоохранения с целью поиска, развития и внедрения передовых решений в систему московского здравоохранения. Московские врачи и команда Центра для медтех-стартапов и ученых, чьи решения и разработки способны повысить эффективность оказываемой медицинской помощи и улучшить качество жизни москвичей. Центр обеспечивает индивидуальный подход к каждому проекту. Только совместными усилиями можно совершить прорыв. Команда лучших специалистов в сфере инноваций работает над ускорением внедрения наиболее актуальных медицинских разработок, ищет инновационные решения по всему миру, обменивается опытом и находит новые пути сотрудничества. На данный момент в работе находится более 550 проектов, 195 из которых уже получили положительное экспертное заключение от главных внештатных специалистов города, а 92 успешно пилотируются в медицинских организациях Москвы. Каждый проект, находящийся под курацией центра, получает регулярную поддержку. Предоставление больших данных системы EMEAS и датасетов, проведение отраслевых акселерационных программ с лидерами рынка, консультативная помощь в получении регистрационных удостоверений и патентований, содействие в проведении клинических исследований, финансовая поддержка в виде помощи в получении грантов от институтов развития и профильных венчурных фондов по всему миру. Технопарк центра – это сердце медицинских инноваций Москвы. 14 тысяч квадратных метров, испытательные лаборатории, множество зон совместного пользования и крупнейший нетворкинг медицинских стартапов, объединяющий наиболее значимые для города стартапы на эксклюзивных условиях льготной аренды площадей в качестве резидентов. В настоящий момент сформировано три ключевых направления для резидентов технопарка – медицинская генетика и генетические технологии, онкология и системы, основанные на искусственном интеллекте. Размещение проектов, имеющих схожие направления деятельности, позволило создать условия для совместной доработки своих решений и повышения их функциональности. В ближайшем будущем технопарк станет местом, которое объединит все инновационные медицинские проекты московского здравоохранения в единую саморазвивающуюся экосистему. Помимо льготных условий, резидентам доступны бесплатные доступы к научным базам, возможности для размещения технологического оборудования, регулярные встречи с главными врачами московских медицинских учреждений и главными внештатными специалистами Департамента здравоохранения Москвы по более чем 80 клиническим направлениям. Созданы все условия для комфортного пребывания резидентов. Круглосуточный доступ в здание, спортзал, кафетерии, зоны отдыха, переговорные, подземный паркинг и многое другое. Технопарк – живая и постоянно развивающаяся инфраструктура, место, ставшее вторым домом для сотрудников центра и проектов. Так, надеюсь, из этих видео стало понятнее. На самом деле проект, который здесь работает,
Они поддерживают самые разные стартапы, самых разных сфер. Так что если вдруг, я так, насколько уже понял, здесь есть некоторые люди, которые так или иначе тоже занимаются в том числе экзоскелетами вот, в той или иной степени. Возможно, вы подумаете о том, как все это можно взаимодействовать вместе с центром, который занимается медицинскими технологиями. Собственно, это были наши партнеры. Переходим к нашей сегодняшней лекции. И сегодня перед нами выступит Леонид Пятык, ведущий инженер экзоскелетного управления компании «Научно-производственное объединение», программные комплексы реального времени и основатель проекта «Экзомех». Вот. Леонид. Здравствуйте. Как уже Роман представил, меня зовут Пятык Леонид, я немножко разбираюсь в экзоскелетах, немножко про них расскажу. Расскажу, как они собираются, расскажу, как происходит разработка, сборка, тестирование, и самое главное, расскажу, как это развивается в России, потому что для нас это наиболее актуально. О, отлично. Ну, для начала нужно разобраться, что такое экзоскелет, потому что начинаем всегда с терминов. Экзоскелет — это у нас каркас, к которому приделаны какие-то приводы, которые либо усиливают человека, то есть увеличивают его физические возможности, либо является дублирующей системой, которая дублирует опорно-двигательный аппарат. Это для медицины. То есть уже видно, что у экзоскелета, в общем-то, два основных направления. Это усиление и реабилитация. Нигде толком не учат, как разрабатывать экзоскелеты, и наша процедура разработки, создания, конструкции, она чисто эмпирическая, она экспериментальная, поэтому она не научна, не инженерна, но она практично уже много лет себя оправдывает. Эта методика состоит из четырех частей. На первой стадии этой методики разработки экзоскелетов мы должны решить, что экзоскелет будет делать. Не бывает универсальных экзоскелетов. Экзоскелеты всегда должны строиться от назначения. Только узкое применение, только вот узкие технологии. Железного человека не будет. Это вот я вам прям гарантирую, это сразу скажу. Скажу еще раз, несколько раз, потому что это больная для нас тема. Потом, после того, как мы определились с назначением, мы ищем аналоги. Чаще всего то, чем должен заниматься экзоскелет, уже занято. То есть какие-то погрузки, этим занимаются погрузочные машины. Реабилитацией занимаются какие-то реабилитационные комплексы или же люди. Мы смотрим эти аналоги и учимся у них. То есть мы перенимаем. Мы стараемся уменьшить разработку, больше перенять. Далее переходим к второй стадии. После того, как мы определили технологии, после того, как мы определили назначение экзоскелетов, после того, как мы определили какие-то узкие места, связанные с применением, мы переходим к самой разработке. Мы выискиваем подходящие узлы и какие-то биотехнические решения. Не стоит разрабатывать с нуля, например, компрессор. Не стоит разрабатывать с нуля, например, выключатель. Не стоит разрабатывать с нуля микроконтроллер или не стоит разрабатывать с нуля, например, сустав экзоскелета. Все это можно перенять откуда-нибудь. Это очень эффективно, это очень сокращает время разработки и, самое главное, удешевляет разработку. Чуть позже я скажу, откуда все это перенимается, основные направления, и увидите, что это все очень просто. Ну, то есть перенятие, оно очевидно. После того, как мы разобрались с узлами, придумали более-менее конструкцию. Конструкцию можно придумать как в специальных программах, как на бумаге. Это не так важно, потому что все будет переделываться сотни раз. Ну, может быть, десятки раз, но это не важно. Важно то, что много-много раз с первого раза ни у кого скелет нормальный не получится. Тоже с этим надо смириться. Сразу из титана железного человека не построить. Будет деревянный, еле ходячий макет. Потом начинается самое долгое, самое мучительное — тесты. Вот на этой стадии ломаются все наши скелеты всегда.
проходит много итераций, и только после этого мы получаем нужный скелет. Почему эта часть самая большая? Почему нельзя сразу напроектировать что-то такое хитрое, умное, чтобы оно работало и стопроцентно было эффективно? Экзоскелет подгоняется под человека. Каждый человек индивидуален. Как на каждом из вас разная одежда, так и экзоскелет придется подгонять под каждого. Также и задачи, также и размеры, также и особенности биомеханики. Все это накладывается одно на другое и может быть извлечено для производства только на стадии тестов. То есть тесты, 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 и только после тестов можно убедиться, что экзоскелет эффективен, и пускать его в производство. Теперь подробнее про каждую стадию. Основная стадия — это вот поиск назначений. У экзоскелетов несколько назначений. Я сразу опущу военное назначение, несмотря на то, что мы с коллегами в основном ими-то и военными экзоскелетами занимаемся, но я лучше опущу его. Экзоскелеты — это промышленность, экзоскелеты — это МЧС, и экзоскелеты — это медицина. Промышленность — это погрузочно-разгрузочные работы, экзоскелет дает силу. Следовательно, можно использовать его для погрузок и разгрузок. Экзоскелет может давать защиту. Для сотрудников МЧС это отлично. То есть пожарники могут быть защищены от огня, кроме того, их экипировка очень тяжелая, экзоскелет для них был бы идеален. Это прям очевидные примеры, потому что, например, какая-то техника пожарная на лестницу уже не заберется, а человек в экзоскелете без проблем. То есть экзоскелет — это такая маленькая ходячая техника на тебе всегда. Ну и основное — это медицина. Реабилитация после травм опорно-двигательного аппарата, после инсульта, другие нейродегенеративные заболевания. Это вот то, что основное. Есть еще сфера развлечений и военщина. Сфера развлечений — это разные VR-технологии, но тут все настолько вилами по воде, что даже нельзя точно определить, что как использовать. Вот. Вот, собственно, фотографии разных экзоскелетов с разными назначениями. Уже по внешнему виду можно увидеть, что они очень сильно отличаются. Они отличаются по технологиям, по формам, по топологии. Но все же это все экзоскелет. Когда мы определились с назначением, нужно определиться с тем, что будет совершать полезную работу в экзоскелете. То есть экзоскелет же мы одеваем не просто так для того, чтобы ходить в нем. Некоторые, конечно, так делают. Я знаю, что некоторые одевают скелет и ходят в нем просто потому, что он красивый. Но в основном экзоскелеты должны совершать какую-то полезную работу. Полезную работу экзоскелет может совершить либо с помощью каких-то пассивных систем, то есть в статике, либо совершать работу с помощью каких-то приводов. Это активные экзоскелеты. Можно видосик запустить? Так. Вот это вот самый классический пассивный экзоскелет. В пассивном экзоскелете нет приводов, в нем нет источника энергии, и вот это ключевой момент. То есть нет внешней энергии, следовательно, не может быть положительной работы. Экзоскелет работает только в статике. То есть он не совершает положительную работу, он только удерживает что-то. Источником энергии и, собственно, какой-то полезной работы в этом экзоскелете является человек. Он сделал какое-то движение, статика удержала, все. Вот, пока он держит, экзоскелет совершает полезную работу. Как только он совершает какие-то движения, экзоскелет совершает отрицательную работу, потому что приходится преодолевать его сопротивление и другие какие-то механические моменты. Очевидно, что если нет каких-то источников энергии, то нужно в таких экзоскелетах использовать максимальную подвижность, максимально подвижные узлы, максимально легкие компоненты. Но можно сказать, что эти экзоскелеты сейчас самые распространенные, и их легче всего разрабатывать. Практически, наверное, 80% экзоскелетов сейчас пассивные. Именно из-за того, что они простые. Они дешевые, очень дешевые.
Теперь про активные. Я подробно рассказываю про технологии, которые используются в экзоскелетах, потому что, ну, это прям очень важно. Это, можно сказать, база. То есть если у нас не будет понимания, какие будут использоваться приводы, то тогда мы не сможем нормально выполнять какие-то задачи, которые экзоскелет в себя закладывается. Самые распространенные экзоскелеты сейчас в мире — это сервоприводные. Это экзоскелеты, в которых положительную работу совершает привод. Сервопривод, то есть сервопривод — это мотор с внутренней электроникой, с встроенными всякими датчиками положения, редуктором, который, ну, очень эффективен, но очень дорогой. Я принес один из самых обычных сервоприводов. Вот такой вот сервопривод применяется в медицинском экзоскелете, который вот я разрабатывал для центра неврологии. Вот. Можете увидеть. Он довольно тяжелый. А, да, конечно. Этот экзоскелет, этот сервопривод очень сильный, и он вполне может заменить, например, полностью коленную систему. То есть вставил его в колено, и все, он может двигать ногу. Один сервопривод. К сожалению, он дорогой, он не делается в России, и в случае поломки непонятно, что там вообще сломалось. То есть это технология черного ящика. Мы не знаем, что там внутри, оно делает то, что нам нужно, мы посылаем нужный сигнал, оно делает нужное нам, а что там внутри, мы не знаем. Нет, так-то мы знаем, что там редуктор, мы знаем, что там электроника, мы не сможем это реплицировать. То есть если нет возможности репликации, я сразу считаю, что технология уже недоступна нам. Но эти сервоприводы, вот такие и вообще подобные, используются всеми европейскими экзоскелетами, всеми японскими экзоскелетами, всеми американскими экзоскелетами. Это вот прям основа их всех технологий. Вот сервоприводный экзоскелет, он большой, он дорогой, и в случае падения, наверное, в нем не встать. У сервоприводов очень-очень большое энергопотребление, очень большая сложность в разработке их. Как я уже сказал, технология для нас не очень доступна, мы можем только покупать их. Они очень точны, потому что у них внутри очень много электроники следящей, и они могут определять и температуру, и угол, и кучу других параметров, например, усилие. Да. Где? Да. Так. Я на вопросы потом отвечу, но если кратко, то робот не сможет много выполнять задач по анализу. То есть просто взять, перенести робот сможет, а определить, что нужно перенести, робот, наверное, не сможет. То есть человек внутри, он является пилотом этого всего. Без человека невозможно определить, какой груз взять, как его взять. То есть если робот упадет, он уже упадет. Человек может встать. Если какие-то будут проблемы, возможно, я его не видел. Я не думаю, что оно будет намного эффективнее, чем естественный интеллект. Ну, банальный пример. Роботы Boston Dynamics, сколько лет они разрабатываются, и их максимальный прогресс — это взять коробку нужную, да, открыть дверную ручку вроде как. Так стрелять, то каждый может, хоть выдай оружие, мы так все можем стрелять. Вот. Такие экзоскелеты очень тяжелые в обслуживании, потому что что-то сломается, нужно будет его весь разбирать, перебирать. Ну, как и любая электроника. Дешевле выкинуть телевизор плазменный, чем его отремонтировать. Ну и отсюда и дороговизна этих экзоскелетов. У них цены запредельные. Но при этом эти экзоскелеты, благодаря тому, что по сути вся система силовая находится вот в этом маленьком сервоприводе, можно делать маленькими. То есть их можно делать легкими, маленькими, и это используется в медицинских экзоскелетах. Вот поэтому, собственно, этот привод и является основой медицинского экзоскелета. Медицинский экзоскелет вот с этими приводами весит 6 килограмм. Вот.
Гидропривод — это второй вариант силовой системы, который можно использовать в экзоскелете. Гидропривод — это то, что мы видим во всей промышленной технике, в тракторах, в всяких комбайнах и строительной технике. Видите технику с поршнями — это гидропривод, однозначно гидропривод. Гидроприводы мощные, медленные и очень-очень хорошие. Единственный минус — они очень большие. Но гидроприводы можно уменьшить. На видео тут американский экзоскелет на гидроприводах. Он очень-очень шумный, очень энергопотребляющий, потому что гидропривод нужно вращать постоянно, как и сервопривод. Сервопривод постоянно ест энергию, даже в статичном положении гидропривод будет постоянно требовать вращения мотора. Ну, по крайней мере, как мы представляем работу гидропривода в экзоскелете. Эти экзоскелеты простые в разработке на самом деле. Их еще можно было делать в 70-х годах при Союзе. Там не используется какая-то сложная электроника, там не используются сложные компоненты. Все технологии, которые там используются, используются в промышленной технике, в тракторах. Ну, везде, в общем. Это вот прям с машин. Берешь трактор, уменьшаешь его раз в 15, это экзоскелет. Ничего такого хитрого тут нет. Они очень массивные. Так как там используется высокое давление, то требуется большая толщина поршней, требуется большая толщина избыточная шлангов соединительных. Все это накладывает ограничения на использование. То есть медицинский экзоскелет на гидроприводах будет весить больше, чем сам человек. Если человек в нем рухнет, то уже рухнет окончательно. Такие экзоскелеты поэтому опасны в эксплуатации, но они просты в обслуживании и не требовательны в ремонте. То есть их легко отремонтировать. Но их важный момент, их мы можем реплицировать, мы можем их копировать и можем делать. Сервоприводные мы можем с большой натяжкой делать, эти мы можем делать свободно. Вот еще я забыл показать. Для гидроприводов используются вот такие вот поршни. Это вот снято прямо с экзоскелета одного, автор которого сидит сейчас в зале. Только тут этот поршень использовался для сжатого воздуха. Но точно такой же используется и для гидравлических экзоскелетов. Ничего такого, просто обычный поршень. Подаешь в один шланг жидкость, он двигается вперед, другой назад. Теперь мои самые любимые экзоскелеты — это пневматические. Пневматические — это значит, они используют энергию сжатого воздуха. Эти экзоскелеты можно делать на мягких пневмомускулах, вот на таких штуках. Эти вот приводы мы можем реплицировать в неограниченном количестве. И на поршнях. Это вот это пневматический экзоскелет мой, который лично я делал, но это тестовый макет для того, чтобы проверить систему управления. Пневматические экзоскелеты, в отличие от гидравлических и сервоприводных, очень дешевые, очень легкие в эксплуатации, не требуют большой энергетики. Самые простые в производстве, и мы их полностью можем производить. Это вот очень важный момент. Там нет никаких проблем. Что с одним приводом в виде поршня, что вот с этими мягкими. Причем мягкие приводы дают бионичность экзоскелета. То есть экзоскелет будет двигаться подобно мускулам. Не как оловянный солдатик перешагивать, а мягко. То есть эти мускулы, которые сейчас по залу ходят, они неравномерно сгибаются, то есть у них ход не сразу, мгновенно быстрый, у них постепенный ход, и это дает вот очень большую схожесть с человеческими мускулами. Но, к сожалению, у них очень очень маленькая сама длина хода. Вот. Но если использовать вот такие в комбинации с такими, то можно сделать очень классный пневматический экзоскелет, который будет универсальным, то есть и
для какой-то промышленности, для медицины и для всего. Но у пневматики тоже есть недостатки, ей сложно управлять. То есть сжатый газ сжимается, сжатый газ расширяется, и в результате сложно найти какое-то промежуточное положение. Такие экзоскелеты работают в двух точках. То есть у них нет какого-то промежуточного полушага. Это можно как-то использовать, это можно как-то менять, но вот это очень слабый момент, с которым боремся пока что безуспешно. Но ничего, когда-нибудь поборемся. То есть вот эти экзоскелеты самые массовые для нас в России. В мире сервоприводные. А, вот еще важный момент. Эти сервоприводные экзоскелеты очень сильно боятся воды, воздуха, там всего вот, всех каких-то внешних условий. Пневматические гидравлические экзоскелеты не боятся ничего. То есть они могут работать и в холод, и в воде, и в чем угодно. Именно поэтому, когда мы видим сервоприводный экзоскелет, чаще всего мы видим его в лаборатории или в каких-нибудь огороженных помещениях. Если мы посмотрим по интернету пневматические экзоскелеты, то чаще всего они испытываются где-нибудь в лесах, полях, деревнях и тому подобное, потому что им, в общем-то, все равно на окружающие условия. Собственно, его можно вот хоть в снег выкинуть и потом запустить. Вот мы дошли до стадии, когда мы уже знаем, какие есть экзоскелеты, какие у нас есть варианты. Нам нужно начать проектировать. Мы можем проектировать во всяких программах, как это многие делают, либо на бумаге, как по старинке делали деды, как делаю я. Разницы никакой. Все равно и то нужно по много раз потом переделывать. После испытания оказывается, что половина компонентов не нужны, половина узлов нерабочих, а углы могут убить углы поворота экзоскелета могут убить человека. Так что исходить нужно из реальности. После того, как вот много раз переделаешь, проверишь, только потом уже нормально проектировать. Первые проекты можно делать прямо на бумаге, на коленках, это не важно. Все решают тесты, много-много тестов. Но важный момент, нужно всегда исходить из реального производства. Если у тебя дома ничего, кроме перочинного ножа, то планировать плазменную резку в экзоскелете неразумно. Если даже у тебя есть плазменная резка, а ты не умеешь ей пользоваться, тоже неразумно. То есть нужно исходить из реальности. Чаще всего она печальна. Именно поэтому у нас есть только пневматический экзоскелет. Вот. Вот мы напроектировали, придумали, какой экзоскелет. Теперь нам нужны компоненты. Где мы их можем взять? Мы же не будем проектировать с нуля клапан пневматический. Это займет еще пару лет. Потом еще какой-нибудь компрессор, еще какой-нибудь узел, и вот уже все, наша жизнь закончилась. Мы так и не начали сборку. Поэтому самым оптимальным путем является перенятие. Перенимаем какие-то компоненты и используем. Можно очень-очень эффективно использовать пневматические компоненты из промышленности, гидравлические компоненты из промышленности. Например, клапана от полуавтоматов сварки. Это отличные клапана для пневматических экзоскелетов. Вот просто вытаскиваешь из сварочника, вставляешь в экзоскелет. Все, проблема решена. И куча-куча таких решений. Медицинская техника. Ортезы медицинские, которые зажимают колено при переломе, или, например, ортезы рук, это идеальные каркасы для медицинских и вообще экзоскелетов. Не нужно разрабатывать то, что врачи разрабатывали десятилетиями. Мы просто перенимаем, усиливаем и используем. Экономим годы работы. Экономим время. И, конечно же, элементы военной техники. У военной техники очень-очень много классных узлов, которые можно перенять. У военной техники очень много элементов, например, та же разгрузка военная, РПС называется, который идеально входит в экзоскелет. То есть вот разгрузка является идеальной системой для крепления человека к экзоскелету. Прям вот идеально подходит. И это все выводится только через пробы. Мы видим компоненты, пробуем, тестируем.
И только так мы сможем узнать, подходит оно или нет. Просто так в том же инверторе или Fusion 360 невозможно как-то опа придумал использовать медицинский ортез. Спроектировать, да, но потребуется время. А вот если есть опыт работы с пневматикой, гидравликой, медицинской техникой, военной техникой, ты сможешь оттуда перенять. Ну и, конечно, робототехника. Тут прям все. Сервоприводы, микроконтроллеры, датчики, все-все-все. Все из робототехники нам пригодно. Мы перенимаем все, что можно из мощной робототехники и используем в тех же медицинских экзоскелетах. Медицинские экзоскелеты или вот как на видеоролике тот силовой экзоскелет, это по сути робот, большой мощный робот. Вот теперь стадии принятия своего прототипа. Как я уже сказал, нельзя сразу опа и сделал железного человека. Опа, и сделал из титана прям вот 10 из 10 экзоскелет, чтобы летал и работал 24 часа. Сначала все начинается с печального. Начинается с деревянного или стального макета, на котором в лучшем случае отрабатываются пара узлов, кинематика или что-то еще. Так разрабатываем мы, так разрабатывают более серьезные организации. Так, да, да, нам не стыдно. Все так делаем. То есть делаем первый макет из того, что есть. Самый дешевый компонент. Он будет перепиливаться много-много-много-много раз. Можно целый макет городить ради одного элемента. Например, система управления. Опять же, в этом нет ничего такого. После того, как мы отработали на черновом макете какие-то узлы, более-менее понимаем, мы можем перейти на вторую стадию. Экспериментальный прототип, на котором мы можем уже проводить какие-то эксперименты. То есть мы можем его одеть, чем-то нагрузить, посмотреть его эффективность, то-то, сё-то, но не давать ему полноценные испытания. Потому что он чаще всего сделан из лучших компонентов, чем предыдущий прототип, но все еще не использует такие, которые мы можем использовать на максимуме. То есть, опять же, самый лучший пример. Черновой макет – сталь, экспериментальный прототип – алюминий, тестовый — это титан или какой-нибудь углепластик. Нет, нет, но это примерно одно и то же. Это обычные силовые пневматические экзоскелеты. То есть вот это все пневматика. Принципиально ничем не отличаются. Компоненты использованы одни и те же. Это вот от абсолютно разных людей. Третий экзоскелет мой. Но так уж получилось, что несмотря на то, что разработчики очень сильно разбросаны по стране, у всех одни и те же мысли приходят в голову. И по стадиям, и по компонентам, по всему. Кто пытается выбиться из общей колеи, чаще всего возвращаются туда потом побитые. Ну, побитые в смысле экономикой и другими. То есть в любом случае… Да, к сожалению, это редко бывает. Мы тоже вот каждый раз ждем, что кто-нибудь сделает что-нибудь особенное. Не ждем, а готовимся. Но ничего не получается. В итоге, в любом случае, все в основном активные экзоскелеты — это пневматика. Технология прям отработана, и можно без проблем делать. Никто не будет волноваться, что оно не будет работать. Но экзоскелет — это вещь такая, опасная. И даже во время тестов можно себя очень хорошо покалечить. В первую очередь экзоскелеты, особенно активные, используют литиево-аккумуляторы. И, следовательно, что может случиться? Пожар. Если аккумулятор перегрузить током, то он может полыхнуть. Такое чаще всего бывает. Поэтому в тестах, особенно каких-то вот самых первых, нельзя запускать экзоскелет на максимальную мощность. Экзоскелет убьет и себя, и поскольку ты к нему хорошо привязан, возможно, немножко тебя. Потом нельзя перегружать во время тестов экзоскелет большим весом. Если тестовые какие-то образцы или экспериментальные плохо проварены, во время тестов они сломаются, и нагрузка на тебя упадет. Все это очень-очень-очень плохо. То есть не нужно перегружать.
не нужно перегружать энергетику, не нужно перегружать весом. Важный момент. Не стоит прыгать в экзоскелете, если он не оснащен специальными системами гашения динамических нагрузок. Я поясню, что это такое. Когда экзоскелет прыгает, вся нагрузка экзоскелета и человека скапливается в участках основания ног. И когда экзоскелет приземляется, он может переломать в ахиллесовом сухожилии. Чаще всего в ахиллесовом сухожилии. При прыжках экзоскелет ломает себе ахиллесовое сухожилие, и при этом, поскольку он сломан, вся нагрузка экзоскелета и экзоскелет сам давит на человека, и он может спокойно сломать что-нибудь еще и человеку. Если не принять меры, то во время прыжков экзоскелет очень вероятно сломает и себя, и человека. С этим надо быть очень осторожным. Насколько я помню, все, кто прыгали, так или иначе сломали себе экзоскелеты. Если в них не были приняты меры. Вот важный момент. Если не были приняты меры. Первые тесты, первые, вот самые первые на первом макете, не на человеке. Делаем отдельно какой-нибудь макет руки и там тестируем, потому что привод может случайно сработать в другую сторону. Может случиться что-то еще, может взорваться пневматика. И привод, да, привод может вывернуть руку, например, в другую сторону. Поэтому первые тесты нужно смотреть на чем-то нечеловеческом. Лучше всего какой-то макет или вот просто так запускать, чтобы он двигался, и ты видел, как он двигается. Это все касательно активных экзоскелетов. Пассивные они безопасны, но они безопасны и неэффективны. Потом. Основное внимание в тестах всегда на подвижность и безопасность. Почему на безопасность я сказал, что это может спокойно убить или что-то случится? Почему на подвижность? Когда-нибудь случится момент, что во время испытания экзоскелетов ты в нем упадешь. Это случается со всеми, это нормально. Если экзоскелет тяжелый, то потом в нем очень тяжело встать. А если он, например, с какими-нибудь литиевыми аккумуляторами или ДВС, все это может замкнуть, пока ты лежишь, отдыхаешь в нем, и плыхнуть. То есть экзоскелет должен быть легким, подвижным, чтобы в случае чего быстро встал и снял его. В идеале, чтобы он прям первые прототипы отстреливались. Потом, если используется пневматика или гидравлика, все тесты всегда в очках и в какой-нибудь защитной экипировке. Пневматика любит взрываться в лицо, например. Вот эти мускулы, которые ходят где-то, они взрываются, они любят взрываться, если на них неправильно подать давление. Они взрывались мне в лицо, но так как я в очках был, то ничего не случилось. То есть максимальная защита, максимальная подвижность и максимальная осторожность. Экзоскелет — это машина, которая может покалечить, но она может дать эффективность, она может дать улучшенную производительность в работе. Теперь проблемы экзоскелетов. Как я уже сказал, железного человека не будет. Вот прям ни железного человека, ни костюма Человека-паука. Все вот прям точно. Всем, кто занимается скелетами, обязательно писали, можно ли сделать костюм железного человека. Нельзя. Точно. Потом, не бывает универсальных скелетов. Нельзя сделать погрузочный, беговой, чтобы летал, чтобы еще медицинский. И желательно еще с нейроуправлением. Ну и еще, чтобы, не знаю, как в Крайзисе был невидимый. Что-нибудь одно узкое, и все. Ничего больше. Потому что одни технологии противоречат другим. Ну, то есть вот вы видели, что цилиндр гидравлический и сервопривод. Как их объединить? У них одна и та же задача — двигать ногу. Но их никак не объединить. Это вот принципиально технологии, которые конфликтуют друг с другом. Проблема управления экзоскелетов — то же самое. Управление экзоскелетов, как и приводы, это как лекарство. Когда принимаешь одно, калечится другое. И тут то же самое. Когда используешь одну систему управления, появляются многие недостатки, которые никак не убрать. Используешь другую, появляются другие недостатки. И они друг с другом конфликтуют. То есть нельзя использовать тензорную систему, потом нейроинтерфейсы, гироскопы, вот все. Потому что все это накладывается, и в итоге у тебя будут только все недостатки. Нужно что-то одно, и под каждый экзоскелет всегда выбирается что-то одно. То есть узкое применение, узкие технологии. Потом.
Проблема биомеханики. У человека очень-очень много степеней подвижности. Довольно сложно повторить коленный сустав, а уж про руку тут вообще говорить нечего. Подвижность человека, особенно вот мелкая моторика, ее повторить в экзоскелете практически невозможно. Ограниченную можно. И вот чем ты больше ограничиваешь, тем экзоскелет легче сделать. Но тем урезывается его функционал. То есть мы должны биомеханику стараться улучшать. Но в любом случае, как бы мы ни улучшали, мы не сможем достигнуть совершенства вот именно предельно до человека. К сожалению, такие вот ограничения. Может быть, когда-нибудь и сможем, но пока все это вот не очень. Какие-то узлы, колено, ахиллесово сухожилие, плечи, можно частично сделать. Почти что такими по биомеханике, как у человека. Но, например, позвоночник – это очень проблематично, прям очень. В любом случае придется урезать какие-то степени свободы. Потом, проблема энергетики. Экзоскелеты потребляют очень-очень много электричества, очень много топлива. Но при этом все хотят, чтобы они, конечно же, работали долго. Не 2 часа, не 4, а вот прям часов по 8, чтобы прям смену. Но от розетки тоже никто не хочет. И, следовательно, нужно использовать много литиевых аккумуляторов, либо двигатель внутреннего сгорания. И все это накладывает ограничение энергетики в том, что литий, он может загореться. Если загорится одна батарея, ладно, откинул. Загорится пояс из литиевых батарей, и экзоскелет превращается в какой-то шахит-мобиль. Все. Если ДВС, то же самое. Экзоскелет может поработать, перегрелся, загорелось топливо. То есть у нас с энергетикой очень-очень всегда тяжело. Мы должны ограничивать энергетику, но при этом давать нужный функционал. Много батарей запихнуть нельзя, много топлива запихнуть нельзя. Это просто опасно. Когда много энергии на тебе накоплено, она когда-нибудь может пробить. Ну, проблема завышенных ожиданий я уже несколько раз упомянул. Хотят одно, получается другое. Хотят железного человека, получаются наши макеты. Реальность полна разочарований. Но ничего с этим не поделать. К сожалению, технологии очень несовершенны, они улучшаются. То, что было 8 лет назад, было еще хуже. Сейчас уже намного лучше. Сейчас много людей, сейчас много технологий. Сейчас мы уже, по крайней мере, можем выбирать. У нас есть выбор. Раньше у нас не было ничего. Потом проблема компонентов. Сейчас компоненты очень тяжело нужные добыть. Даже если заказывать их с Китая, заказывать откуда-нибудь еще, не факт, что они придут. Не факт, что они придут рабочие, не факт, что они придут качественные. Поэтому очень важно уметь реплицировать самим компоненты. Если мы умеем делать какие-то приводы, какие-то компоненты пневматики, например, клапана, компрессора, это очень сильно увеличивает нашу выживаемость. Так как в пневматическом экзоскелете мы можем реплицировать много компонентов, поэтому этот экзоскелет самый выживаемый. А в сервоприводном нам приходится закупать практически все. И если, например, нам порежут поставки тех же сервоприводов, вот этих вот моторчиков, то все, у нас остается только каркас, ничего. Сервоприводы в России не производят, это я вам гарантирую. Тех, которые вот мне нужны с планетарной передачей. Совсем маленькие, возможно, производят. Там не хитрая технология, а вот именно мощные и с нужными редукторами нет, к сожалению, точно нет. Да, проблема тут в электронике. Там внутри очень-очень сложная электроника слежения, и вот в этом основное упирается. То есть механику, что там нарезать этот редуктор? Мотор, ну, намотали на вал, сделали мотор. Это несложно. В электронику упирается. Вот. Ну и, как мне кажется, очень важная проблема плохого маркетинга. То есть мало кто знает, что экзоскелеты уже есть, что их можно делать, и что это технологии, которые не когда-нибудь там в будущем, в светлом киберпанке, а вот прямо здесь и сейчас, она возможна. Любой, кто хочет, может выйти из зала и начать делать экзоскелеты. Это не что-то такое секретное, хитрое. Они продаются, они делаются,
но при этом про них вживую никто и не знает, и никто и не видел. И это очень грустно для нас, потому что мы стараемся. Но я упомянул очень много проблем, надо чего-нибудь хорошее. Хорошее то, что количество экзоскелетов и рынок экзоскелетов стабильно растет. Вот прям стабильно-стабильно. Да, да. Экзоскелет не человек же. Чего ему не расти в пандемию? Вот. Тем более это же аппроксимация. Мы смотрим первый и последний пункт. Ставим средний, а что там посередине? Количество экзоскелетов растет, рынок растет. Все, в общем-то, хорошо. Поэтому, кто хочет в эту тему вкатиться, он однозначно инвестирует в будущее. Тут много-много есть всяких возможностей. По крайней мере, если что-то не случится. Но даже если случится, все мы знаем, что ту же ядерную войну можно сделать силовую броню, и ты в любом случае выиграл. То есть есть экзоскелет, есть успех. То есть надо вот это вот принять. Следующее. Теперь по категориям, какие экзоскелеты распространены и распространяются все больше. Это, конечно, промышленные. Почему, собственно, промышленные, а не медицинские? Они увеличивают производительность. Они увеличивают прибыль. То есть это, по сути, покупка станка. Рабочему покупают экзоскелет тот же статичный, и он сможет работать не 8 часов, а 12. А устанет столько же. Вот. То есть вот в этом задача экзоскелетов. Реабилитационные, да, они тоже очень-очень распространяются, но тут их ограничивает цена. Они очень дорогие, медицинские экзоскелеты. Промышленные, так как они пассивные, намного больше распространены. Кроме того, там есть военные. Это не совсем правда. На самом деле военных, мне кажется, больше, чем и тех, и других вместе взятых. Желтые, другие, это всякие спортивные экзоскелеты. То есть экзоскелеты для горнолыжников, например, чтобы у них ноги не сгибались во время съезда. Или экзоскелеты вот для каких-то VR-игр. Куча всяких, в общем, приложений. Разных. Разных. Важно другое. Важно то, что их общее количество всегда увеличивается. Эта отрасль не стагнирует, как автомобилестроение и другие. То есть вот, например, с компьютерными технологиями мы уперлись в предел чипов. Больше 5 нанометров вроде как нельзя уже сделать. Меньше. Мы не можем вечно улучшать компьютеры. Мы достигаем физического предела. В случае с экзоскелетами физические пределы еще очень-очень-очень-очень-очень долг. Нам до него еще шагать и шагать. Даже до нормальных экзоскелетов нам еще шагать и шагать. Теперь я расскажу про мою гордость. Наши российские экзоскелеты. Как-то уж повелось, что в России эта тема очень хорошо зашла. И в России инженеры, которые занимаются бионикой, то есть протезами, экзоскелетами, интерфейсами, как-то начали кучковаться в интернете. И появилось очень даже активное сообщество, которое является прям моей гордостью. На самом деле можно определенно сказать, что экзоскелетное сообщество наше, вот российское, представители которого даже в зале сейчас есть, оно прям гордость. То есть вот это является вот прям российским киберпанком. То есть другим нужны какие-то инвестиции, что-то еще. А мы опа и сами делаем. А мне нужны некие инвестиции. Выглядит, конечно, жалко. И все это отговорки просто, что нам типа денег не дают. Но технологии очень-очень хорошо развились благодаря энтузиастам. То есть пневматика, гидравлика, сервоприводы — это все результат не НИИшек, не КБ. Это результат работы энтузиастов. Все это экзоскелеты разных людей с разных регионов. Тоже. Вон, с рукой? Олег с Краснодара. Я подробностей не знаю. Я только знаю, что вот делает экзоскелет руки. Сейчас вроде как на ноги перешел.
на двигателях от этих стеклоподъемниках. Очень даже ничего. Нет, это... Давайте вопросы и реплики после конца. Это тоже экзоскелеты, все собранные энтузиастами. Второй экзоскелет мой пневматический, который был на видео. Третий — это вот тоже пневматика. В общем-то, все эти экзоскелеты пневматические. Что можно добавить? Это сообщество очень большое. Даже, наверное, запущу видосик с разными экзоскелетами. Сообщество очень большое, развивается, людей много, прототипов много. Важно, что технологий много. То есть вот сейчас на видеороликах вы можете увидеть совершенно разные экзоскелеты. И предыдущие экзоскелеты были разные. Технологии у разных людей свои. В общем, они двигаются в одном направлении, но каждый видит какие-то узлы, какие-то технологии по-своему. И это и дает развитие. То есть у нас разные направления, есть нейроинтерфейсы, есть экзоскелеты, есть там протезы. Вот это вот все развивается в одном русле. Мы как бы поддерживаем связь, и если кто-то хочет заниматься экзоскелетами, или кто-то, например, пишет по диплому, пишет дипломы по экзоскелетам, они обычно обращаются к нам в сообщество. У нас большой, скажем так, чат, дискордный сервер, где мы помогаем, скажем так, новичкам, школьникам, студентам, которые хотят начать делать интерфейсы, экзоскелеты и всякое такое. Отмечу, что не только у нас так вот все пошло в народ, скажем так. Также было и в Америке. До того, как позаблокировали всякие наши каналы связи, мы поддерживали контакты с другими разработчиками, с других стран, и, в общем-то, они двигались в том же направлении. И можно сказать, даже похвалюсь, что наши технологии опережали их во многих моментах, несмотря на то, что сделано все так себе по качеству. Но, как я уже сказал, ожидания несколько завышенные, потому что технология очень сырая, очень новая. И все в процессе разработки. Вот. Все, спасибо за внимание. Теперь отвечу на вопросы, если... Да? По поводу энергетики. Тони Старк сделал это в яме, а вы не можете в лаборатории. А, так. У меня по ходу лекции возникло три вопроса. Угу. Первое. Что такое композит? Материал композит — это что такое вообще? Это углепластик, это стеклопластик. Это когда используешь разные полимеры, соединяешь их между собой, и получаются особые свойства. Ну, в любом случае, они с пластиком, как бы эти полимеры, да? Не совсем. Это так называется стеклопластик, а так это ткань, залитая каким-нибудь компаундом. То есть берем стеклоткань или угольную ткань, заливаем эфиром или эпоксидкой, прессуем и подогреваем. А, ну, понятно. Получается очень мощная такая прочная штука, которая весит как алюминий, но прочность имеет прочнее, чем не титан, но сталь точно. Вопрос номер два. Правильно ли я понял, что активный экзоскелет управляется мускульной силой человека, но он эту силу как бы еще поддерживает и увеличивает? Да, экзоскелет может управляться несколькими вариантами. Он может управляться либо с помощью нейроинтерфейса, то есть он считывает сигналы с мозга или с мышц, ну, то есть электрическую активность мышц, либо электрическую активность мозга. Потом экзоскелет может управляться просто джойстиками, то есть вот как на фотографии с конечным прототипом, там джойстики на руках, то есть обычные промышленные джойстики. Да, по сути, кнопки. Угу. Потом вариант использовать гироскопы, то есть наклонами. Как телефон, наклоном можно управлять движением. Наклонился, экзоскелет пошел вперед. Так вот делаются во всех медицинских экзоскелетах. И последний вариант, который мне нравится больше всего, тензорное управление. Это электронные весы, которые встраиваются по экзоскелету и определяют нажатие.
Такой экзоскелет, например, может определять, на какую почву ты наступаешь. И в результате, проанализировав, выдавать нужное усилие для приводов. То есть в таком экзоскелете, например, нельзя увязнуть. И последний вопрос вот с лишним весом. Да? Вот вы сказали, что во время испытаний экзоскелета нельзя перегружать лишним весом. У меня масса 97 килограмм. То есть если на мне испытывать, возможны поломки и падения, я правильно? Нет. В результате того, что будут проходить много тестов, и экзоскелет будет подгоняться под вас, он будет идеален под вас. То есть рано или поздно все равно подгонит. В этом-то и суть, что мы как будто шьем одежду под вас. А, понятно. Мы шьем роботизированную одежду. Скажите, пожалуйста, а вот в качестве источников энергии только литийные аккумуляторы используются, другие электрические, имею в виду, есть? Ну, более безопасные, допустим. Есть еще свинцово-гелевые аккумуляторы. Ну, то есть вот как свинец, но только вместо электролита там гелий сделан. Они холод удерживают, но у них меньшая емкость. Больше никаких, но в основном это литиевые аккумуляторы. Хорошо, еще один такой вопрос. Вот пассивные экзоскелеты, вы говорили, что они работают в статике. А вот, допустим, они помогают что-нибудь поднять более тяжелое, что ты без него не сможешь делать? Любая динамическая работа — это все. Это активные экзоскелеты. Статичная, то есть вот поднял и удержал груз, вот это они смогут. Понятно. А вот, допустим, я знаю, что те, кто в силовых тренажерках тренируются, да, они используют там тросы, ремни, которые позволяют им не то, чтобы больше поднять, они просто позволяют тело удержать в той позиции, да, чтобы не получить, грубо говоря, травму. Вот. И вот, я так понимаю, с этим он и справляется, да? Пассивный экзоскелет. Он скорее перераспределяет вес. То есть ты взял что-то в руки, а вес ушел тебе в спину. Возможно, такое, я в качалку не хожу. Просто да. Как опыт из жизни, в общем. Все, спасибо. Леонид, спасибо за доклад. Вообще здорово, классно и было очень-очень интересно. Ну, отлично. Вот, видно то, что вы в этой сфере очень много времени проводите и душу вложили. Вот, у меня вопрос следующий. По первому видеоролику, который был запущен, там мужчина перед рабочим днем надевает свой экзоскелет и идет работать на заводе, крутить гайки, болты. Его основная функция этого экзоскелета получается, чтобы он руки вытянутыми нормально держал и не особо там затекала спина. Вот эти, да, клевые. Этот вот мужчина. У него, да, все верно. То есть у него в плечах стоят три четки. Вот как... Да. Ага. Вот так удержалось и все. То есть тебе не нужно держать руку статично. Опа, все. И пока ты не нажал, трещотка не отпустит руку. Клево. Но вот в этих экзоскелетах вот именно вот такого типа я могу гарантировать. Там в плечах стоят обычные трещотки. Эта технология очень давно известна. И был бы в этом смысл. То есть просто к плечам приделаны отвертки. Трещоточные. Это если вверх работаешь. У кого вопрос еще? Здравствуйте, спасибо за доклад. Вопрос такой. А насколько сейчас наши отечественные или иностранные экзоскелеты у нас в стране применяются при разгрузочно-погрузочных работах? И насколько они доступны, вот, если для такого типа работ? Спасибо. Доступны в смысле купить? Доступны, да, в смысле того, что купить организациям там или... я понимаю, что, скорее всего, организациям тут какие-то индивидуальные дать невозможно. Проблема всегда с этими экзоскелетами промышленными в России, что их можно купить или взять скорее для тестов. То есть вот так вот, если захочешь купить для предприятия кого-нибудь там 100 штук, никто их не продаст. Их просто не будет столько. Все постоянно и у нас... И у американцев, и у японцев, и в каких-то еще странах на стадии испытаний, на стадии прототипов. То
То есть, несмотря на то, что рекламируют, что вот уже пустили в производство, то-то, сё-то, все в единичных экземплярах. То есть взять и протестировать без проблем. Купить пару штук, опять же, без проблем. А прям промышленно, к сожалению, пока еще нет. Даже спасибо. Самые простые. Спасибо. Спасибо, интересно было. А все-таки вот если вернуться к тому, что сказали, вот есть активный экзоскелет, который хорошо как бы повторяет моторику там, человека, движение его и так далее. Соответственно, у него куча датчиков, которые все это как-то там анализируют, делают. И в чем отличие это от робота? То есть ну, понятно, что человек оператор в этом случае. И не проще ли тогда, как бы вместо того, чтобы делать вокруг человеческого тела, которое имеет некие недостатки, там, как вы сказали, как костюм надо каждого подгонять, потому что мы все разные, да. Сделать просто стандартного терминатора серии Т-800, вшить ему управляющую программу, и человек, тот, который есть, индивидуально сидит на кресле, спокойно им управляет. Тут проблема как раз в программе. То есть сделать робота не проблема. Проблема в том, что запрограммировать нормально, адекватно не получится. Как уже было сказано про искусственный интеллект, возможно, с какими-то алгоритмами можно будет что-то сделать и сделать робота, который будет выполнять какие-то задачи. Человек просто универсален. Вот в чем преимущество. То есть человека выгоднее и дешевле усилить, чем его чем-то заменить. Мне кажется, люди, которые делали робота Федора, как раз смотрели «Терминатора», вот потом хотели сделать так же. А, как оператор. Но это, видимо, имеется в виду про технологию, когда просто человек управляет, по сути, роботом со стороны. Это правильно я понял? Да, да. Это хорошая технология, и она является прямым аналогом экзоскелетов. Получается, человека одевать можно в экзоскелет, который будет только следить, например, его движение, а робот повторять. Это вполне пригодная технология, просто робот будет находиться в каком-то месте, и он не сможет так быстро, так четко анализировать какие-то данные, как человек. То есть человек сможет, просто посмотрев, сразу все проанализировать и решить, что делать. А роботу нужно будет повернуться, то-то, сё-то. Угу. Реплики желательно говорить в микрофон. Поднимайте руки. Просто, да. Просто где-то в 80-х годах, когда разрабатывались такие системы, которые, может, в 90-х, человек управляет дистанционно каким-то техникой, машиной и так далее, вот как раз была проблема в том, что человек не может быстро отреагировать. Вот машина, которая находится в каком-то месте, она реагирует гораздо быстрее, чем оператор, который находится удаленно. Вот. И поэтому конечно, была как бы такая цель, что все-таки в каких-то частях отдать управление полностью машине, потому что человек, там какие-то есть процессы, человек не способен уследить. Плюс там еще время на канал передачи, то есть должен дойти до оператора, он должен отреагировать и сигнал должен уйти. Вот. Да, все верно. Все, вот. Все, спасибо, хотел добавить. Вообще технологии экзоскелетов и аватаров, мне кажется, они начались с 50-х, 60-х годов. То есть первые гидравлические экзоскелеты американские 50-х годов. Советские экзоскелеты 70-х, 80-х годов. Но ничего там не продвинулось. То есть вот мы на той же стадии. Только появились сервоприводные. Ну, благодаря развитию микроэлектроники, конечно. Расскажи про экзоскелеты. То есть ты рассказал про экзоскелет, который вот, особенно на видеороликах, очень похоже там, на те, которые носят в игре «Сталкер», там, монолитовцы и прочее. Расскажи про экзоскелет, который вот именно как большой огромный робот, как в фильме «Аватар». То есть это что же экзоскелет? Большой огромный робот — это который южнокорейский? Ну, я среди как раз этих экземпляров такого не видел. В фильме «Аватар», ты же смотрел наверняка. То есть там огромный боевой робот, в который человек садится и вот как раз управляет, я не знаю, там хочет стрелять из автомата, хочет ножом. К своему стыду скажу, что «Аватар» я не смотрел. Господи. Отлично.
Главное, ты мне сам прислал текст к аннотации, и там был упомянут аватар, но ты его не смотрел. Это прекрасно. Реплики лучше в микрофон. «Чужой» фильм, второй. Там, наверное, вы его-то смотрели, потому что он довольно популярный в свое время был. Да. Не к стыду вам ни в коем случае. Просто это, ну, такая старая классика, которую все знают. Большие экзоскелеты и большие роботы просто неэффективны. Они падают. Они очень медленные всегда. И очень-очень тяжело с них с биомеханикой. Вообще проблема больших роботов, больших экзоскелетов с тем, что объем растет в третьей степени, а длина в первой. В итоге мы не сможем обеспечить такую прочность для конструкций. Длина увеличилась, например, в 2 раза, объем увеличился уже, ну, сколько, 8 раз. То есть нам нужно увеличивать и мощность приводов, и мощность всего. Лучше делать маленькие легкие экзоскелеты, а не громадные. Но в принципе такие разработки когда-то проводились, скажу, хотя бы как теория. Скажу больше, несколько таких. Нет, один точно делал энтузиаст с Канады. Один. В одну дудку сделал, как бы, и отлично у него, он даже ходил. Вроде там даже у него огнемет стоял. Потом южнокорейский. Но такие экзоскелеты и роботы делались, все отлично. Они гидравлические, они медленные. И если задаться вот прям такой целью, что нам нужен большой экзоскелет, то у нас будет большой экзоскелет. Спасибо большое. Но на самом деле есть даже несколько разработчиков, устраивали практически бои вот таких больших роботов. И правда, по-моему, они так и не состоялись, но как минимум они готовились к тому. И они ставили не то, что они на ногах стоят, а по сути там... Да, ну не, даже не колес, но у одного колеса, а у другого траки, как у трактора были. Ну, то есть как раз для устойчивости все такое. Вот, но в итоге никто не захотел свои детище уничтожать. Вот-вот, а из-за этого как раз и ходячие роботы неэффективны. На колесах, на гусеницах, вот это да. Вот как в «Терминаторе» большие ездят на гусеницах, вот это отличный вариант. Большое спасибо за лекцию. А не могли бы вы чуть подробнее рассказать по системам безопасности в экзоскелетах? В каком направлении сейчас это развивается? То есть говорили, что что-то может взорваться, там попасть в глаза, понятное дело, это защитные очки. Но если это более серьезные экзоскелеты, тяжелые, в которых можно упасть и не встать, то есть как эти проблемы сейчас решаются, куда идут технологии? Спасибо. Чаще всего это решается тем, что ремешки и системы крепления очень-очень быстро снимаются. То есть все оптимизируется под то, чтобы скелет быстро снять и убежать от него. Да, если он на тебя, то, к сожалению, нужно испытывать не одному. Это тоже важный момент, который я умолчал, что лучше всегда испытывать с кем-то. Может, с оператором. С оператором. Но вообще в экзоскелетах в качестве таких систем безопасности ставят, например, спускные клапана, чтобы пневматика, если она сойдет с ума и начнет накачивать бесконечное давление, чтобы она спустилась и не взорвалась. Вот такое. Или, например, если экзоскелет медицинский, то стопоры в коленях, в ступнях, в бедрах, что скелет ломает себя, а не человеческую ногу. Ну, то есть он, например, не выгибает колено в обратную сторону. Такой вопрос. Вот как бы про промышленность, там про все-все сказали. А ваше мнение, оно какое-то применение у экзоскелетов для простых людей? Ну, как, я не знаю, айфоны, которые телефоны там мобильно распространились. Оно возможно? Ну, вот именно ваше такое мнение пофантазировать. Вы знаете, что такое мотоблок? Ну вот, экзоскелет — это, считайте, мотоблок. Это чисто вот такая гражданская штука, которую можно одеть и подключить к ней технику. Она может помогать тебе таскать, она может тебе помогать делать какие-то дела. Это станок, это вот такая вот очень-очень хозяйственная машина. Мне кажется, в первую очередь в массу может попасть именно медицинская какая-то технология,
Вот, опять же, возьмем пример из массовой культуры. В «Мстителях» вот эти «Война бесконечности» и все такое. Там был вот этот чернокожий друг Железного человека, который упал, сломал себе ноги, и потом он выходил в экзоскелете, который крепился вот ровно на то, чтобы восстановить хождение. Ну, то есть, скорее всего, ну, то есть такие уже существуют, такими пользуются, и, скорее всего, наверное, именно в таком виде они и будут в массу попадать. Ну, в первую очередь. С этими экзоскелетами проблема с ценой. То есть те, если ты богат. Те, кто богаты, им не нужны экзоскелеты, а те, кто бедны, они себе не могут позволить. Тоже такой вопрос. Скажи про вот здесь прекрасные экземпляры, продемонстрированные. Вот средняя стоимость вот, разработки вот, чего-то подобного, так скажем, опытного образца. Ух, какой больной вопрос-то. Разработка, она бесценна. Это как творчество. Как можно оценить свою картину? Не, понятно то, что так как они разрабатываются в основном, я так понимаю, в кустарных условиях, то есть пользуются, как ты вот показывал на фотографии, где человек руку для экзоскелета испытывал, и там у него приводы от стеклоподъемников. Ну, то есть это, в принципе, о многом уже говорит. Тем не менее, есть сравнение, например, по стоимости разработки, которая вот у вас, так скажем, средняя цена, так скажем, среди сообщества. И, я не знаю, может быть, кто-то общается с коллегами там, из других стран, и у них, я не знаю, там, за счет валюты другая стоимость получается, или просто они намного больше тратят. Ну, то есть какие-то сравнительные анализы вот именно по затратам? Ну, я могу сказать, что наши экзоскелеты в любом случае значительно дешевле. Числа, я думаю, мой коллега, вот он рядом с человеком вот в очках, он может, наверное, числа назвать. Я, к сожалению, цены на экзоскелеты сейчас не помню, но мой коллега 100% помнит и сможет назвать все. Сколько стоит разработка? Вот, я сколько не знаю, стоит там, самого крутого из этих фотографий, тут сложно понять, какой из них самый крутой. Наверное, третий слева. Понятно. То есть не больше 100 тысяч примерно такой экспериментальный образец. Да, 150-200 вот так. Не, конечно. Тысяч долларов. Я представляю наше сообщество энтузиастов с такими затратами. У кого-то еще вопросы? У меня еще один вопрос возник, это по ходу пьесы. Может, не по теме, конечно. Но мы вот столько говорили про экзоскелеты, как они помогают в медицинско-реабилитационных целях, промышленных целях, на погрузочно-разгрузочных всяких там работах. А возможно ли, в принципе, разработка в будущем облегчающих скафандров для космонавтов, которые будут работать на планетах с сильной гравитацией? То есть они будут как, ну или облегчать эту массу тела, или какие-то дополнительные силы человека. Конечно, без проблем. Без проблем, да? Да. Это одно из основных как бы применений. В скафандр интегрировать это вообще отлично будет. Мне кажется, прежде чем испытывать такие скафандры для планет с большей гравитацией, надо до них до начала добраться. Вот. Вот. Вопросы, может быть, последний вопрос. А в России вообще используются медицинские экзоскелеты или это так только мечты пока? Ну, есть такая практика? Они используются в центрах реабилитации и, например, в центре неврологии, вот который в Москве, я сейчас улицу не скажу, там находится несколько экзоскелетов. Туда я, например, буду разрабатывать еще один. Это вот как раз для того, чтобы восстановить, так скажем, способность ходить, вот это как раз наиболее распространенное.
В том числе они применяются для космонавтов, которые в длительном полете находились. Им каждый раз после возвращения, там, после полугодового полета, приходится заново учиться ходить. Так что ну, то есть они есть, в том числе в России, то есть их ну, определенное количество, но это не массовый, конечно. Да. Да, их подгонять приходится под человека, в этом-то и заключается проблема. Так, ну, наверное, на этом все. Давайте поблагодарим Леонида. Спасибо. Спасибо вам за то, что вы сегодня пришли. Надеюсь, было интересно. На следующей неделе мы будем говорить про космическую пыль, про то, как она формирует Вселенную. То есть мы погрузимся, так скажем, от практики в теорию. Вот, спасибо вам.